Ага, о. Потому что я хочу стать как он. Сильным и стройным. И улыбчатым. Улыбчатым? Да. Ну, это, я слышал, есть репчатый и улыбчатый лук. Ты каким будешь? Улыбчатым луком. Давид, а кто тебе такие усы? Или ты сам себе? Не, не папа нарисовал. Ну, есть такой карандаш для девочек. Они тут что-то делают, непонятно, я не знаю. Мне папа так пририсовал. У мамы взял. Городской такой жизни, праздных моментов. Ну, в общем-то, мы пару лет уже лишены. А тут бац, и столько позитива сразу свалилось. Село Дачное, Донецкая область, Маринский район. Двадцать километров от этой линии. А он спрашивал у вас вообще, что это такое? Почему это все? Конечно, спрашивал. Первый год у нас тут мы учились в Курахово. В другой школе учился и возили его каждый день. И у нас был тут блокпост между Дачным и Курахово. Проверки эти, обыски, люди с автоматами. А кто это, а что это? Вообще, моя мечта за всю жизнь, я хочу себе построить большой зал, чтобы я стал знаменитым тренером, бизнесменом. Ну, чтобы в мой зал ходили люди и меня благодарили. Силач Памбула поднял 4 стула. Иван Сила на сцене. Иван Поддубный. О, Поддубный. Вот это да. Ванька, а вон та железячка, это твоя, что ли? Куда? Да, моя. А вон та? И то моя. Сколько весит эта история? 16,8. И ты все это будешь поднимать? И жонглировать. Жонглировать? Да. Слушай, ну мы готовы смотреть. А ты готов? Да, очень. Ну тогда вперед. Хорошенький такой, да. Я когда-то в детстве один раз такое сделал. Потом у меня какое-то время один ботинок был 41 размера, второй 43. Thank you.
я придумал! Я придумал, як назвати твоє шоу. Як? Гробець Ігир. Показуй так, як в гробця під коліно. Як ти то піднімаєш, чоловіче? Тренуюсь. Ну, молодець. Гробець Ігир були на сцені. Здивували мене. А вас? З задоволенням кажу тобі так. Скільки ти важиш? Я 32. А Гиря 16? Гиря 16,8, так. Значить, дивись, я так просто, я думаю, от, приміряю на себе. Я важу 86 кілограм. Щоб от ето я кидав над собою 43-кілограмову. Так. То куди? Я б уже надірвав усе, що в мене є. Ти молодець, ти сильний хлопець. Я тобі кажу так. Спасибо. Ты держишь зал, ты улыбаешься, у тебя блестят глаза, ты посылаешь поцелуи, ты здорово и весело ходишь. У тебя все от самого начала до завершения номера в напряжении и в радости, хотя ты жонглируешь гирями. Ты не представляешь, какое удовольствие, когда приходят такие талантливые участники, которым легко и просто говорить «да».